Наступил этот день воскресенья, и кто знает и любит Бога, предавая дела все забвению, собрались, чтобы слушать слово, собрались и подняли к небу без сомнения и страха руки. Мы так жаждем, Отец Небесный, исполнение Святого Духа. О, хвала, да откроется небо! О, хвала, изобилие хлеба! О, хвала, это радость святая! Да оживит сердца. Уходя, завещал нам Спаситель: вы не бойтесь, малое стадо, я уйду, но придет утешитель, он утешит, поддержит, наставит, царство вечное приготовил. Я однажды вернусь за вами, и тогда никакая сила не разделит уже меня с вами. О, хвала, да откроется небо! О, хвала, изобилие хлеба! Хвала, это радость святая, да оживит сердца, и во имя Иисуса сегодня, отвергая любые сомнения, уповая на милость Бога, говорим эти песнопения. Мы сегодня по праву наследия, исполняясь Духа Святого, будем с небом иметь общение. О, Осанна Христу, аллилуйя! О, хвала, да откроется небо! Хвала, изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца, о, хвала, да откроется небо, о, хвала. Изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца.